Всем привет! Добро пожаловать на новое видео. И мы находимся у спортивного комплекса Карена Демирчана, где будет проходить церемония открытия Stormus 6. Получить удовольствие, встретить знаменитых личностей, которых мы планировали, и вообще вам в целом показать, как проходит фестиваль Stormus. Надеюсь, будет интересно. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и комментарии. Зашли мы внутрь, нас вот встретили, произошел полный досмотр, то есть пришлось даже снимать пояс, дальше пришлось снять даже крабик с волос, чтобы пропустили, потому что, ну, тут безопасность прям превыше всего. Вот, внутри спортивно-концертного зала выглядит вот так вот. Знаем, куда нам пройти, чтобы занять места, потому что сказали, примерно будет от 7 до 8 тысяч человек, и хотелось бы занять хорошие места не под конец. Находимся мы уже внутри концертного зала. Сказали, можно сидеть где угодно, и мы заняли в первом ряду, так что получим полное удовольствие. Вот открывается отсюда вид, вот посмотрите. Сейчас проходит, я так понимаю, репетиция перед началом основного тут концерта. Вот. Ну, будем ждать, зато заняли хорошие места. Если видите, там какая-то арава охраны, я даже не понимаю, кого они сопровождают. Может быть. Серьезно? Вон он, я снимаю, я вижу его. Нет там охраны. В общем, как вы видели, сейчас пришел, на первом ряду сидит Брайан Мэй. Вот почему было столько охраны. Легенда из группы Queen. И мечта вот встретиться с ним и просто даже пожать руку, поговорить и взять автограф. Но этому не бывать, наверное. В общем, так вот. Интересно. Вживую просто увидеть этого человека. Thank you.
Брайан! В общем, на сегодня представление закончилось. Было весело, было классно. Играли прекрасные композиции разных знаменитостей, в том числе, когда выступал Серж Танкян, Макаревич выступал. И знаете, вот это ощущение, когда ты видишь Брайан Мэй, он проходит, вы посмотрите фрагмент, он проходит прямо рядом с тобой, у тебя вот, он и близко, и далеко. Вот, и не знаешь, что хочешь до него дотянуться, просто сфотографироваться или там попросить расписаться. В общем, классное ощущение, и классно, что получилось так, что вживую я увидел этого человека и увидел Сержа Танкяна тоже вживую, моего, можно сказать, кумира, потому что все подростковое, почти мой возраст, я слушал только System of a Down. И мне сказали, что Серж Танкян, так как он сейчас в Ереване надолго, можно его встретить в городе, как он просто ужинает один. То есть у тебя есть шанс увидеть его просто так. Но это, сами понимаете, шанс один из... Сколько ресторанов в Ереване? Один из 10 тысяч. Вот. Тоже, кстати, когда Брайан Мэй выступал, он говорил речь. Сегодня, оказывается, день рождения Фредди Меркьюри. Вот, он также поздравил, сказал, от моего лица поздравляю Фредди Меркьюри с днем рождения. Вот, и также он пошутил, сказал, почему я получаю подарок, когда у Фредди Меркьюри день рождения. Ну, такая вот шутка. Вот, надеюсь, вам этот ролик очень понравился. Не забывайте подписаться, ставить лайки и комментарии. И мы обязательно увидимся скоро, потому что будет концерт Show Must Go On с Серж Танкяном и Брайан Мэем. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик, чтобы не пропустить, а мы увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!